22 نویبر اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دوره سفر کاری به شهر مینسک با پرزیدنت جمهوری بلاروس محترم الکساندر لوکاشنکا ملاقات نمودند. در جریان ملاقات رهبران دو دولت وضع کنونی و دورنمای رشد مناسبت های بین دولتی تاجیکستان و بلاروس را در ساحه های مورد توجه بررسی نمودند. در بجران مثبت مناسبت های بین دولتی تاجیکستان و بلاروس رشد استوار شریکی استراتژی دو دولت در ساحه های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، علمی و تکنیکی، فرهنگی و بشردوستانه و دیگر ساحه ها اظهار قناعتمندی کرده شده، همکاری تجارتی و اقتصادی بین دولتی از جمله سمت های افضلیتناک در مناسبت های دو جانبه ارزیابی گردید. در این ضمن سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان جانبداری خود را از فعال گردانیدن کار در سمت افزایش حجم گردش مال و محصولات بین تاجیکستان و بلاروس توسط تشکیل رابطه های نوی کاپیراسیونی، تطبیق لایحه ها و برنامه های مشترکی برای طرف ها سودمند اظهار نمودند. با فعالیت کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و بلاروس اید به همکاری تجارتی و اقتصادی بهای مثبت داده شده، بهترشوی فعالیت شورای کاری تاجیکستان و بلاروس تاکید گردید. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اهمیت تأسیس گروه مشترک کاری را اید بر رشد همکاری در ساحه مالیوی که جلسه یکمی آن ماه فوریه سال روان برگزار گردید تاکید نمودند. جانب ها اهمیت رشد رابطه های فرهنگی و گومانیتری از جمله همکاری در ساحه علم و معارف را مخصوص تاکید کردند. دایر به اندیشیدن تدبیرهای مشترک جهت غنیگردانیدن مناسبت های همکاری دو دولت با محتوای نوی عملی اظهار آمادگی کرده شد. در ملاقات جانب ها اینچنین اید به مشکلات بین المللی و منطقوی تبادل نظر انجام دادند. امالی شریفیچ، встречаю вас как друга. Вы очень близки белорусскому народу. Вас хорошо знают, и не только потому, что мы с вами уже, можно сказать, долгожители. Вас уважают за вашу открытость, простоту, душевность, как и весь таджикский народ. Знаю, что у всех у нас сегодня обстановка непростая. У вас всегда она была непростая. Вас там с юга подогревают постоянно. Знаю, что непросто, но я всегда поражаюсь тому, как вам удается в этой ситуации держать экономику. Я очень рад, что вы постепенно, но уверенно добавляете в электроэнергетике. Я буду очень рад, если вы огромное количество электроэнергии будете продавать в том регионе, в том числе. Это хороший доход таджикскому трудолюбивому народу. Что касается наших отношений, ну, я скажу, что у нас товарооборот постоянно растет, он неплохой. В этом году прирост будет под 100 миллионов, мы освоим товарооборот. Но я хочу, чтобы вы понимали, мы готовы вашу продукцию, особенно сельскохозяйственную, той, которой у нас, к сожалению, нет, покупать в любых объемах. В связи с этим Таджикистан обратился к нам с просьбой о создании здесь мощного торгового центра. Вы должны знать, что мы все сделаем для того, чтобы он здесь был. Мы предложили вашим инициаторам 3 места в Минске. Если не устраивает, подберем еще участок. Готовы совместно с вами в этом отношении работать. Ваша вся продукция, которую вы производите, алюминий, хлопок и прочее, она и сельхозпродукция, она здесь будет очень серьезно востребована, если вы сможете нам ее поставлять. Словом, и экономика, и политика, и гуманитарная сфера у нас развивается неплохо, и в военно-техническом отношении мы также работаем неплохо. Готовы увеличивать объемы товарооборота до такой степени, в которой это необходимо для дружественного нам Таджикистана. Спасибо, что приехал. Я очень ждал. Большое спасибо, уважаемый Александр Григорьевич, во-первых, за приглашение и радушный прием. Хотел бы отметить успешное председательство белорусской стороны в ОДКБ. Мы активно участвовали в подготовке проведения
заседание ОДКБ, Миша. Мы очень признательны вам за ваши усилия в ходе председательства в этой организации. Мы сделали очень сообща много. Что касается нашей двусторонней торгово-экономической связи, вы правильно отметили, что товарооборот по итогам прошлого года у нас увеличился 2 раза. А за 9 месяцев текущего года она более 26%. То есть хорошая динамика развития нашей двусторонней торгово-экономической связи. Хорошо работают некоторые наши совместные предприятия в Душанбе, в Таджикистане. Так, мы готовы во всем народу. И межправкомиссия провели на самом высоком уровне. Так, гуманитарные связи развиваются очень успешно. Так, ну, сегодня хотел бы с вами обсудить состояние и перспективы нашего взаимодействия, а также международную и региональные проблемы. Еще раз большое спасибо, уважаемый Александр Григорьевич.